Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие партнеры. Видно ли меня, слышно? Давайте обратную связь, пожалуйста. То, что видно, я себя сейчас увижу, конечно же. Но вот слышать я себя, к сожалению, не могу, иначе сейчас пойдет дикое эхо. Вот. И эфир будет, так сказать, не очень приятно. Вот, поэтому, друзья, дайте мне обратную связь. Так, вижу, пошли плюсики. Так, замечательно. Замечательно, все видно и слышно. Друзья, ну, кто опаздывает, тот, значит, будет потом пересматривать, потому что, на самом деле, новости у нас действительно классные, новости бомбические. Я сейчас вам рад буду презентовать наш продукт, наши изменения, да. Поговорим о новостях компании, вот, и глобальные изменения, которые я вам сегодня о нем расскажу, я расскажу чуть позже, в серединочке, то есть зададим немножечко интриги, да, то есть наберитесь терпения, все по этапам. Сначала давайте мы поговорим о нашем продукте, и я рад вам представить. Можно я сейчас включу демонстрацию экрана и уже начну вам представлять наш продукт. Так, секунду, мне нужно просто тупо демонстрировать экран. Так, друзья, демонстрацию нашего экрана, да? Все, пошла. Так, смотрите, у нас уже в боте, в нашем, вот наш бот появился. Так, сейчас демонстрация идет. Угу, все. Так, вижу, пошла демонстрация. Так, смотрите, вот наш бот с вами, да? Заходим. Инструменты. И обратите внимание, у нас появилась кнопочка «Вход в MLM Expert». Вот она. Эта кнопка, она работает у партнеров со второго стола. Этот вход на наш сайт, в наши продукты, называется наш продукт, это будет MLM Expert. Входим. Ну, он нам выдает ссылку на вход, и по ссылочке нас переносит браузер. Друзья, хочу сказать сразу, пока сайт работает в бета-версии. Что это означает? Мы пока работаем над начинкой сайта. То есть пока, я скажу честно, полноценным продуктом в том виде, в котором я его понимаю, я, ну, не могу назвать, потому что начинка уже сформирована, но нет обертки. То есть у любой конфетки должна быть вкусная и начинка, и должна быть обертка. Мы пока еще не сделали обертку нашего сайта. Наш сайт, даст Бог, к концу следующей недели уже будет готова обертка, и мы запустим уже в полной версии наш сайт, уже со всеми прикольными дизайнерскими вещами, но сути дела это не меняет. Мы сейчас для партнеров нашей компании запускаем бета-версию для, так сказать, пощупать, протестировать, изучить продукт изнутри. А уже на следующей неделе, помимо того, что у нас будет полный дизайн нашего сайта, и у нас появится еще дополнительных много фишек, о которых я сейчас буду рассказывать и уже внутри нашего продукта. То есть у нас все уже на выходе. То есть мы то, что мы уже откатали, то, что работает, мы вам сейчас покажем, дадим попользоваться. А уже на следующей неделе будет выкатываться еще много фишек и уже в новом дизайне. То есть наш продукт будет упаковываться в очень красивую обложечку. Вот, потому что очень важно продажах, как говорится, да, то есть и продукт, и упаковка, это тоже важно. Упаковка – это маркетинговый ход. Пока мы не заморачивались над дизайном, поэтому сразу хочу сказать, не судим нас строго. Также, друзья, пока данный сайт недоступен в мобильной версии. В мобильной версии он будет отображаться некорректно. Если вы сейчас с мобильных телефонов будете тыкать на кнопку, вас сайт перенесет, но вы ничего там толкового не разберетесь, потому что сайт бета-версии, когда он заработает в основной версии сайт, он уже будет оптимизирован под мобильную версию. Сейчас нет смысла оптимизировать сайт под мобильную версию, потому что, в принципе, эта версия уже через неделю будет полностью изменена. Поэтому мы решили не тратить ни времени, ни средств на то, чтобы бета-версию оптимизировать под мобильную версию. Но
функционал уже у нас с вами рабочий. Давайте по порядочку пойдем. Что же у нас здесь пока, какие первые продукты мы уже выпускаем? Первый продукт – это бот-репортер. Что это такое? Бот-репортер, то есть первый продукт – бот-репортер. Это мы в данном разделе можем создавать бота, который будет репостить сообщения в любом канале или чате раз в час. То есть все здесь просто. Мы тут просто ставим имя, добавляем токен, который мы создаем в сервисе FazaBot, и задаем текст. Все. После этого, как мы тут задали текст, мы этого бота, которого мы создали, в нашей группе назначаем админом, и он нам начинает репостить текста. То есть это отдельный такой инструмент. Далее, следующий. Вот этот раздел пока еще у нас на доработках, мы не можем вам его выкатить, но это прям тоже скоро выкатится, бот-клонер, который позволяет, то есть, смотрите, у нас с вами есть канал, да, то есть Money Magnet. У нас с вами есть канал, соответственно, многие с нашего канала все новости копируют ручками. То при помощи данного сервиса вы сможете настроить так, что то, что на нашем канале происходит, будет автоматически отображаться и в вашем, так сказать, чате или канале. То есть не нужно постоянно следить за новостями компании, а все будет происходить автоматически. То есть синхронизируются два чата, и спокойно можно репостить. Следующий – постинг. То есть вот эти два раздела пока у нас еще находятся в разработке, ну, в доработке, то есть вот, осталось там немножечко. Бот-постер, это вам позволяет постить в чатах, в пиар-чатах. То есть вы также можете настроить так инструмент, допустим, есть чаты, где позволяется выдавать свою рекламу. Вы настраиваете инструмент таким образом, то есть там делается через аккаунт, настраиваете, и там сидит в этом чате пиар-аккаунт, который также раз в час выдает сообщение, которое вы здесь настроили. При этом можно это добавлять хоть в сотни чатов. И аккаунт будет это делать. Далее. Бот подчищало. Бот подчищало – это очень полезная такая вещь. На самом деле очень много сейчас технических ботов, которые чистят системные сообщения. Но хочу вам открыть, ну я думаю, вы многие, кто пользовался этими ботами, хочу вам открыть такую правду. Вы думаете, для чего они распространяются бесплатно? То есть все вот эти боты, которые системные, боты, которые, ну, позволяют чистить системные сообщения в наших группах, они бесплатные. Как вы думаете, для чего это делается? Да это все очень просто. Их сначала распространяют бесплатно, когда они набирают аудиторию, потом просто запускается реклама. И они себя окупают на создание этих ботов. То есть все на самом деле прозаичное. То есть, и когда мы пользуемся этими ботами, они в какой-то момент начинают рекламу пулять в наш чат, и мы вынуждены искать нового. Так вот, данный сервис позволяет создать такого бота для себя, своего собственного, который никогда не начнет вам спамить в вашем группе. То есть здесь все просто. Задаем имя, называем его просто это имя, которое только здесь отображается. Добавляем токен бота, который мы создали, фазу бота. Все, боту назначается задание, и мы, так сказать, получаем бота, который в нашем чате никогда не будет, так сказать, хулиганить. Вот, то есть это пока простейший продукт. Самый главный продукт, это, я хочу сказать, это эксклюзив, это конструктор воронок. На самом деле, хочу вам так сказать, друзья, полноценного конструктора воронок нету пока еще ни у кого. Мы на самом деле пионеры. Есть конструкторы чат-ботов, есть всевозможные конструкторы разных ботов, но так, чтобы конструктор полноценной воронки Telegram, который учитывает все нынешние реалии, такого нет на самом-то деле. Ну, честно хочу сказать, такого нет. Вот. Так вот, у нас полноценный конструктор, который впитал в себя все самое лучшее из нашего готового решения. И тут еще добавлено много новых фишек, и будет еще добавлено эти фишки. Как же он работает? Давайте я вам покажу. То есть вот он, конструктор, заходим в раздел, да? Нам надо создать новый проект. Мы здесь задаем имя проекта. И вот смотрите, настройка перезаливки. То есть мы можем включить перезаливку. Вот как в нашем готовом решении, раз в сутки происходит перезаливка группы, да? То есть мы здесь можем это включить, либо выключить. Все. То есть я сейчас не буду создавать, у меня уже есть готовое настроено проект. То есть еще такой вопрос, еще такой сразу момент. Тут можно создавать сколько угодно проектов. То есть это создание проекта. То есть мы создаем проект.
То есть у нас может быть под наш проект Money Magnet, у вас может быть несколько проектов, да, один вы продаете продукт, второй вы продаете бизнес, третий вы еще какой-то, то есть разные виды воронок вы можете настраивать, да, либо разные под разные проекты, это, допустим, кто-то ведет несколько проектов, я знаю, такие есть партнеры, особенно автоматизаторы, многие ведут несколько проектов, и здесь вы можете создавать воронки под абсолютно разные проекты, вот. Заходим, то есть создали проект, да, назвали его как хотим, как нам удобно, ну, я в данном случае нажал один. Далее мы переносимся, у нас здесь есть разделы наших настроек. Первый, самый главный раздел – посты. Это настройка нашей группы, друзья. То есть здесь мы настраиваем нашу группу. Нам нужно, то есть нам, допустим, нужно сначала группа начинается с аватарки. Чтобы задать аватарку, мы вот тут выбираем аву группы, добавляем, нажимаем «Выбрать файл», добавляем файл аватарки, «Добавить». Вот, если можно посмотреть, то есть я здесь начинал делать, ну, когда делал, то есть я добавил аватарку. Вот она первая в самом низу добавилась. Далее, все, аватарка сделана, да, то есть в группе. Далее мы должны задать первый пост. То есть мы выбираем уже пост, да, и задаем сюда текст. Задаем текст. Текст вы можете добавлять простой текст. Я уже здесь в эти поста набил рандомизированные текста. То есть из нашего готового решения. То есть у меня тут сложные текста, они рандомизированные, то есть они через скобочки, тут слова-синонимы. Как создавать эти рандомизированные текста? На технических школах Макс объясняет. Вот, на самом деле ничего сложного, просто нужно немножко потратить времени, чтобы задать рандомизированный текст, чтобы у нас наши воронки были не одинаковыми. Потому что смысл-то не в одной воронке, а иметь десятки воронок, да, своих собственных, так сказать, расставлять сети, да, в интернете. И, соответственно, надо, чтобы у нас были разные. Мы можем делать 10 разных проектов, а можем просто написать текст, и, ну, поработать над рандомизацией текста и задать уже пост рандомизированный. Еще это очень актуально, когда вы, допустим, лидер создает воронку для своей команды. То есть потом объясню, как еще можно здесь будет легко дублицировать. Вот, то есть вы поработали, а своим партнерам вы уже передаете, и у всех будет разное. То есть если зарандомизировать текст. То есть пост, допустим, раз пост, да, задали, потом второй пост, текст с картинкой. То есть вот я здесь добавил также рандомизированный текст и добавил картинок. То есть здесь 8 у нас картинок сюда добавилось. Вот. И когда будет наполняться группа, он будет выбирать один из рандомизированных текстов и одну из картинок. Одну из картинок. Почему вот у нас готовое решение, разные у всех картинки. Вот, то есть будет выбирать одну из картинок. Далее еще один пост уже с видео. Также можно загрузить несколько видео, и он будет выбирать или-или. Вот, и последний пост с картинками. То есть по факту это сейчас здесь так выглядит настройка готового решения. Я сейчас фактически как бы воспроизвел готовое решение только уже в нашем продукте. Вот. Вы можете это сделать под любой другой проект, загрузить другие картинки, другие текста, и все будет точно так же работать, как в готовом решении. При этом надо понимать, когда вы сюда загружаете видео и картинки, когда они выкладываются в группу, они еще рандомизируются. Помимо того, что здесь есть выбор этой картинки, так они еще при этом рандомизируются. У них меняется код, у них меняется пикселизация, у видео меняется тайминг и его объем. То есть это, с точки зрения алгоритмов Telegram, совершенно разные файлы. Когда выгружаются, они уже в группу. Вот, то есть мы настроили группу. Теперь нам надо настроить последнее сообщение, которое мы... Ну, у нас же в группе должен быть репортер, да, то есть здесь мы настраиваем. Также мы здесь теперь можем указывать тайминг, выбирать, через сколько будет происходить репортинг нашего сообщения. То есть мы можем задать 30 минут, час, 2 часа и 4 часа на выбор, как вы хотите, чтобы у вас, как часто, репортер в вашей группе, в вашей воронке делал дальше. Далее здесь мы настраиваем сценарий. То есть помните, у нас воронка состоит из двух звеньев. И когда настраивается воронка, тот бот, которого мы сейчас будем создавать, он подставляется в конец воронки. И внутри бота нужно настроить сценарий. Так вот здесь, то есть если у нас в готовом решении все автоматически происходит, то здесь мы уже имеем возможность задавать этот сценарий внутри бота. Причем сейчас
простейший сценарий тут задается, да, но в дальнейшем у нас будут тут увеличиваться возможности задавания этого сценария. То есть прям потерпите, немножечко будет задаваться сценарий больше. То есть мы сдаем текст, сдаем картинку, потом нам надо настроить кнопку для перехода. То есть мы задаем текст кнопки, и сюда мы уже вставляем нашу реферальную ссылку нашего проекта. В данном случае я вставил реферальную ссылку нашего проекта Money Magnet, но каждый партнер, который уже клиент, будет пользоваться данным, так сказать, продуктом, каждый клиент, он уже будет подставлять свои реферальные ссылки своего проекта под себя. То есть все, мы с вами настроили посты, настроили репортер и настроили бота внутри бота, настроили сценарий. Дальше что нам нужно сделать? А дальше все просто. Нам нужно теперь привязать самого бота. У меня тут был привязан, я удалю. Теперь идем в Telegram. Сейчас мы прям быстренько создадим бота. Идем в Telegram. New bot. Создать нового бота. Название бота не имеет никакого значения. Вот. И не имеет никакого значения username. Все, вуаля, бот создан. Теперь нам нужен токен этого бота. Вот он, токен этого бота. Мы его копируем и вставляем сюда. Задаем ему имя. Ну, я, к примеру, бот 1. Добавим. Все, бот добавлен. Идем дальше. Что дальше делать? То есть я вам сейчас показываю алгоритм. То есть мы настраиваем, добавляем сюда бот. Дальше нам теперь нужно настроить группу. Все очень просто. Нам нужен юзернейм этого бота. Сейчас мы... Так. Что ты мне не хочешь? Почему копировать только ссылку? Ладно, бог с ним. Нам нужно группу. Берем группу. Вот, к примеру, группа. Вот моя группа. Я сейчас ее очищаю для эксперимента. Удалить все сообщения. Все, группа почищена. Теперь нам надо нашего бота добавить. Так. Я все время путаюсь. Потому что это, так сказать, на Маке, да, то есть мне приходится постоянно немножко. Так, надо участники. Добавить участника. Все, добавляем нашего бота. Окей. И теперь нам надо нашего бота добавить администратором. Вот смотрите, что будет происходить. Мы добавляем нашего бота, который мы только что там привязали, настроенным, добавляем его администратором. Все, смотрите. Как только мы добавили нашего бота администратором, наша группа начинает наполняться контентом. Так же, как в готовом решении. То есть там не надо даже группу подвязывать. Просто взяли бота и добавили администратором. Все, он автоматически подвязался сюда, сам себя сюда подвязал и настроил внутри себя сценарий. Все, и тут ссылочка, которая ведет на это. То есть мы сейчас создали точно такого же. То есть в данном случае мы создали готовое решение. Просто не буду же я сейчас вам показывать на другом проекте, да? Глупо было бы. Вот, но... В принципе, все настраивается под себя индивидуально. Теперь вы можете и менять и текста. Еще самое главное, интересно, когда вы один раз настроили данное решение, да, теперь добавляете сюда сколько хотите ботов, и эти боты просто назначайте админов в других группах.
То есть дальше один раз настроили, а теперь, чтобы у вас было десятки групп, вы просто тупо сюда добавляете этот токен и этого бота добавляете в группу админом, и он автоматически настраивается. Это вот теперь. И еще, друзья, очень важно, такой момент, на следующей неделе, это прям буквально в понедельник, уже появится функция при создании, то есть здесь появится код проекта. То есть вы создали проект, у него есть собственный код. И когда вы будете тут создавать новый проект, тут будет выбор создать по коду. То есть вы создали, настроили все четко, а ну, ваши партнеры, к примеру, зачем партнерам тратить время? Вы все создали, вы текстас рандомизировали, там, ну, посидели пару дней, все настроили. А как, чтобы была легкая дублицированность, чтобы все партнеры не сидели, там, текста настраивали, все это, как говорится, долго и муторно? Вы берете просто, передаете код своего проекта своему партнеру, и уже вводя сюда код, у вас проект настраивается. Дальше партнеру только нужно будет поменять рефералку. Вот рефералку здесь уже никуда не денешься. Партнер будет вставлять свою. Все остальное уже будет автоматически. То есть, да, лидеры настраивают проект, а уже команда просто пользуется общим, то есть, продуктом. То есть не обязательно тут прям так разбираться в этом. Вот. Поэтому все максимально просто, все максимально доступно. Еще важный момент, друзья. Обратите внимание. Вот он наш, как бы, да, вот наш воронка. Вот. Сейчас уже мы сталкиваемся, даже Макс сталкивается. Макс сейчас показывает результаты, да, готового решения в чатах. И получается, что, так сказать, мы работаем со входящими заявками, ну, не знаю, почему люди жмут спам. Вроде человек сам перешел по ссылке, ему человек написал, а он жмет спам. И аккаунт улетает в бан. Вот, так вот, друзья, мы сделаем функцию автоответчика. То есть, смотрите, когда человек перешел сюда и нажал на кнопку «Далее», это значит, что он перешел к нам. То есть, ну, вот эта кнопка, это означает, она его тут же переносит, как вот она. То есть, вот она сразу переносит человека в бота. И как только человека перенесло в бота, мы здесь сделаем, вот тут вот появится еще в проекте, появится возможность, вот тут вот еще одним разделом, настраивать автоответчик. То есть вы можете задать, либо записать какое-то видео, какой-то текст, и автоматом, там с таймингом в 3 минуты автоматически будет происходить ответ внутри бота. То есть мы будем работать со входящими заявками уже не в личку человеку, а внутри бота. Да, понятно, что здесь может чуть-чуть конверсия уменьшаться, но когда аккаунты летят в бан, то вообще не позволяет работать многим людям. Поэтому и этот именно автоответ будет происходить именно в того бота и тому пользователю, который нажал на эту кнопку. То есть и здесь появится новая графа. Также, друзья, у нас сейчас есть уже здесь, в этом, в конструкторе воронок, возможность заниматься рассылкой. Мы можем всем, но рассылка вот эта, она на всех работает. То есть у вас здесь может быть 20 ботов, вы делаете рассылку, на все 20 ботов ушла сразу рассылка. Всем пользователям в этих ботах, вот, которые там сидят, перешли, а дальше не прошли. То есть здесь можно работать, уже дорабатывать. Притом еще появится раздел «Авторассылка». То есть эта рассылка живая, вы взяли просто онлайн, вам надо сделать рассылку по ботам, да, а вы можете еще настраивать сценарий, то есть авторассылку вы можете задавать несколько постов и задавать им тайминг, и дальше просто человек зашел в бота, ничего не делает, через сутки ему придет какое-то сообщение, которое вы настроили, может быть картинка, может быть видео, потом еще, то есть сколько угодно можно задавать сценарий, то есть еще две функции здесь как минимум на следующей неделе появятся. Это автоответчик, здесь настраивать автоответчик, как раз автоответчик – это еще один элемент автоматизации, да, работа уже со входящими заявками, вот, и, как говорится, и автопостинг, то есть здесь еще произойдет настройка авторассылки, автопостинга, вот такие вот инструменты. Далее, друзья, то есть я еще не закончил, и это еще не новость. Кстати, много вкусного, чего сейчас вам рассказываю, но это, друзья, еще не новость, которая, дождитесь, новость будет впереди. Вот, создаю интригу. Вот, далее, друзья, у нас здесь появится скор, здесь также появится функция трафика. Здесь тоже будет трафик.
для всех участников, для любых проектов люди также смогут заказывать инвайт, люди также смогут заказывать парсинг, люди также смогут заказывать любые клиенты компании, да, которые будут, ну, то есть будем предполагать, что, понятно, партнеры компании могут получать трафик и через нашего бота, через трафик бота, но здесь тоже каждый клиент данного продукта сможет получать трафик, неважно, какой проект он качает. То есть он может заказать, тут инвайт, тут будет полноценный трафик. Причем здесь будет все автоматизировано. Здесь не через переписку с оператором, а тут автоматически будете заказывать трафик, тут будет кошелек. Тут будет кошелек, тут будет баланс, вы пополняете баланс, и уже с этого баланса будете заказывать услуги. То есть инвайт, покупку групп, покупку аккаунтов, накрутку, то есть ну, все те услуги, которые у нас есть в трафик-боте, здесь уже все будет уже более автоматизировано, то есть не через оператора, а все будет происходить автоматически и гораздо быстрее. Допустим, накрутка точно будет происходить быстрее, она будет у нас мы сумели этот процесс автоматизировать, то есть это уже не через оператора, не через человека. Это вот. Инвайт, конечно, будут делать живые люди, но все равно там будет все автоматизировано, и вы будете получать, допустим, вам сделали там инвайт, допустим, там сегодня вам сделали там 150 человек, вам будет приходить уведомление о том, что сегодня нами, ну, то есть был произведен такое-то количество, ожидайте следующего инвайта тогда. То есть все будет автоматизировано. Так что, друзья, здесь данный продукт, это будет прям полноценный такой сервис, конструктор воронок, и не только конструктор, а еще и сервис трафика. То есть здесь можно будет заказывать трафик каждому клиенту. Далее, что еще здесь будет? То есть здесь еще появятся дополнительные конструкторы. Здесь будут дополнительные конструкторы. Появится бот, антиспам-бот, можно будет самому создавать. Потом, значит, здесь бот, который, знаете, в чатах приветствует бот. Когда вы настраиваете, новичок в чат заходит, ему сразу раз какая-то информация приветственная. Здесь тоже вот будет видеть вот это сообщение. Вот вопрос, бот нельзя заблокировать? Не совсем я понял ваш вопрос. Бот можно заблокировать, но бот нельзя забанить, потому что бот сам не делает рассылку. То есть в боты, если вы добровольно в бота перешли, там нет такой кнопки, ну, то есть его забанить, потому что вы сами в него добровольно перешли. В отличие от группы. На группу можно пожаловаться, а на бота нет, потому что вы сами в него перешли. Бота намного сложнее, бота намного устойчивее, если мы говорим об этом. Так, далее, что у нас ждет по продуктам? Еще, друзья, очень важный продукт. Здесь будет еще, ну, это уже чуть позже, но мы уже тоже ведем в этом вопросе разработку, и тут будет запилен искусственный интеллект по копирайту. Потому что у многих партнеров в создании воронок, да, это все хорошо, в создании воронок будет, ну, то есть проблема с созданием продающих текстов. Всем известно сейчас, чат GPT делает чудеса на самом-то деле, и сейчас очень много искусственных интеллектов, и мы на основе открытого кода, честно хочу сказать, на чат GPT, да, сейчас погремит, который, да, у него открытый код, и мы этот чат запилим к нам. В нашем продукте будет чат GPT. Вот, но это вот чуть позже, но это будет. И уже из своего кабинета можно будет любые текста красивые писать. На самом деле, ну, он делает чудо, то есть ему задаешь задание, он такие текста пишет, что просто зашатаешься. Вот. Причем я для нашего инструмента, готового решения, использовал чат GPT. Он мне подбирал синонимы, то есть сам головой много не придумаешь вот этих вот комбинаций. При помощи чата GPT я сделал это, ну, намного быстрее и намного качественнее. Вот. И данный алгоритм будет в нашем продукте. Да? Вот. Плюс, друзья, у нас еще будет одна дополнительная услуга, так сказать, готовое решение под ключ. То есть если человек хочет под свой проект, не хочет заморачиваться, он большой лидер, он хочет работать, но он может тогда заказать у нас услугу, и мы под его проект проработаем ему текста, даже мы ему сделаем
картинки, то есть у нас есть дизайнеры наши, да, которые разработают картинки для человека, то есть мы создадим ему полноценную воронку, потому что конструктор это всего лишь предполагает возможность техническую, да, но текстата самому делать, картинки где-то брать, видео где-то брать, вот, здесь мы можем предоставить человеку уже, конечно, это будет стоить денег, естественно, если он не хочет сам заморачиваться, это будет, вот, ну, не будет как бы дешево, потому что это проработка полная, то есть качественную воронку сделать это не быстро, вот, на ней придется поработать, но такая услуга комплексная будет под ключ. Так, я присоединил моего бота, первое время рассылки пришли, а сейчас не идут, почему? Не надо, сейчас мы не обсуждаем готовое решение. Давайте так, вот такие вопросы все, что у вас там получалось, не получалось, все на технических школах. Тут сложно, что вы делали. Тут сложно, что вы делали, когда вы делали. Вот, да, у меня такая же проблема. Друзья, такие вопросы надо, так сказать, задавать по адресу на наших технических школах, у нас их немало, приходите на технические школы и задавайте вопросы. Просто я вот вижу, да, задают вопросы в чате, ну, как бы сейчас мы обсуждаем возможность продукта. А у многих партнеров, я хочу сказать, у большинства партнеров все работает. А если у вас что-то не работает, либо вы не уследили за нашими обновлениями, когда мы говорим, что обновите свой инструмент, сделайте то-то, то-то. У нас были обновления. Действительно, после обновления, возможно, у вас и не работает. Вам просто нужно все заново проделать, и будет работать. После обновлений что-то может не работать. И мы об этом предупреждаем. Возможно, вы что-то не заметили, что-то упустили или что-то сделали не так. Потому что у большинства партнеров все работает. А если у вас не работает, значит, надо просто прийти на техническую школу в онлайн-режиме, потому что у нас технические школы проходят не на Ютубе, а проходят в Зуме. И, соответственно, можно будет все, как говорится, в онлайне задать и даже подключить свой экран, если вообще что-то не получается. То есть на технических школах такие возможности у каждого есть. Вот, завтра, вот подсказывает админ, что завтра в 18:00 техническая школа. Поэтому такие вопросы, что если что-то не получается, это там. Вот, друзья, и мы медленно подбираемся к самой важной новости, которую я обещал сказать. Вот, то есть, друзья, мы сейчас полностью упаковываем продукт, и этот продукт действительно будет востребован. То есть, и дальше мы будем только расширять линейку наших инструментов. То есть, у нас появился, то есть, все. Я вам его презентую, вы сейчас можете в него с компьютера зайти, пощупать, попробовать, сделать. Вот, он работает, я вам сейчас показал, все наполняется, все работает, да. Соответственно, вам всего лишь нужно сейчас начать его юзать, то есть сейчас бета-версия. Вот. Основная версия включится, когда будет готов дизайн сайта, все будет переделано, будут красивые кнопки. Ну, вы знаете, мы любим, как бы, ну, перфекционализм нам присущ, и мы будем... У нас будет очень классный сайт, очень, то есть не дорого, богато, не стыдно никому показать. А теперь переходим к такому моменту. У нас есть продукт, у нас есть маркетинг, да, и мы сейчас, с сегодняшнего дня, мы переходим в ранг настоящей сетевой компании. Не просто матрица, теперь нас финансовой пирамидой никто не назовет, потому что у нас есть реальный продукт. А теперь вопрос. А если есть продукт, то значит должен быть клиент на этот продукт. И я вам хочу сказать так, друзья, мы всего со следующей недели у нас появится другой статус партнерства с компанией. У нас появится клиент. У нас появится клиент, потому что на самом-то деле на наш продукт есть много спроса, но есть люди, которые, ну, не, давайте будем честны, не всем нужен наш маркетинг. Как бы я бы ни говорил, какой он классный, но не всем нужен наш маркетинг. Огромная конкуренция на рынке, и нужен продукт нужен всем этим конкурентам, потому что мы эксклюзивны, потому что мы первые, кто создает продукт подобного типа, конструктор для всех. А вот что касается маркетинга, то здесь мы очень в жесткой конкурентной базе, и тут вопрос такой. И у нас
На следующей неделе появится параметр клиент. Теперь смотрите, как будет. Вот. То есть у нас есть два варианта, чтобы пользоваться продуктом. Продуктом можно пользоваться, будучи партнером компании. Партнер компании – это участник проекта Money Magnet. Это участник, ну, то есть нашего маркетинга. Наш продукт доступен со второго стола на месяц, тариф. То есть тариф доступности нашего продукта со второго стола на месяц. Да? С третьего стола на год, с четвертого стола пожизненно доступен продукт. Это для партнеров компании. Но у нас будет клиент компании. Клиент. То есть, ну, не нужен человеку наш маркетинг. Да, ну, и не надо. Но продукт хочу пользоваться, хочу качать свою компанию. Не надо мне этого. Окей. Становись клиентом компании. Друзья, у каждого партнера здесь в кабинете появится другая реферальная ссылка. То есть, если вы ведете человека как партнера, пусть даже на продукт, вы даете ссылку реферальную из бота. Если человек отказывается, говорит, мне не нужен маркетинг, я не хочу участвовать, вы даете ему реферальную ссылку отсюда, и здесь будет другая реферальная ссылка, вторая реферальная ссылка, вы даете клиентскую реферальную ссылку. И человек, не регистрируясь в маркетинге, просто становится партнером, клиентом компании для пользования продуктов. Вы за это получаете 25% от всех его покупок в нашем продукте, в нашей, то есть в нашей компании. То есть он, какие цены здесь будут? Здесь будут цены такие же, как и для партнеров компании. То есть $50 в месяц, $200 в год, $500 пожизненная подписка. То есть три тарифа на месяц. Пожалуйста, пользуйся по месяцу по $50. Хочешь экономить? Покупай на год. Хочешь еще экономить, за $500 ты купишь сразу на пожизненно. Вот. И вы, приведя такого партнера, сразу получаете 25%. У вас получается, появляется новая возможность дополнительного заработка. Сразу быстрые деньги. Потому что, приведя партнера в маркетинг, там игра, как говорится, долгую. То здесь вы можете очень быстро оборачивать деньги. Смотрите, тут мы убиваем сразу нескольких зайцев. Во-первых, появляется ценность маркетинга, потому что многие скажут, блин, я там ничего не теряю. Здесь есть реальный продукт, с реальной, ну, то есть у него есть реальная стоимость, его реально покупают, потому что будут такие люди. Я даже знаю, у лидеров есть другие лидеры из других компаний, которые уже прям в открытую, даже я встречался с лидерами, они мне в открытую говорили, Андрей, мне продукт интересен, маркетинг мне ваш не предлагает. Продукт давай, маркетинг не нужен. Вот, и действительно, и я ни одно такое возражение услышал, ни одно. Я думаю, многие здесь услышали много таких возражений от других. Соответственно, смотрите, какой трюк мы с вами здесь проделываем. То есть, когда наш партнер, ну, то есть мы привлекли клиента, он стал нашим клиентом продукта. Как в любой сетевой компании, да, то есть продуктовой сетевой компании, через продукт человек начинает пользоваться продуктом, покупает продукт, ему продукт нравится, он его начинает рекомендовать другим, потому что невольно, если ему продукт будет нравиться, он его будет рекомендовать другим. А тут возникает вопрос, а что ты его рекомендуешь просто так? Становись партнером компании. То есть у нас появляется такой ненавязчивый инструмент, который и становится, и наш маркетинг в этот момент становится привлекательным. То есть, если изначально человек сказал, не хочу в маркетинг, то он к вам и не придет. Но на продукт он может прийти. И я вам еще такой трюк хочу сказать. Дальше еще обратите внимание, с лидерами. Как быть с лидерами? Любой лидер в любой компании – это фокусированный человек. Он на то и лидер. Потому что без фокуса нельзя сделать результат. И очень сложно заполучить лидера к себе в команду, очень сложно. Это значит, надо, чтобы лидер в этот, то есть надо попасть в такую точку, что у лидера что-то в компании не то, то либо он меняет фокус свой, то есть надо попасть в нужное время, в нужное место. То есть время здесь определяет с лидером момент. Вот. И лидер, а когда он в фокусе, он закрыт к другим предложениям по конкурентным проектам. Он закрыт, он ничего не слышит, он в открытую говорит, я сейчас в фокусе, мне ничего не надо. То, когда вы лидер, а вот как раз к новым фишкам, к новым инструментам лидер открыт всегда. То есть лидер, он, у него
то, что его расфокусируют в рамках его цели, он пропускает. А те фишки, которые ему помогают прийти к цели, он четко на это реагирует, любой лидер. И поэтому тут смотрите, какой трюк. Лидер большой. Вы понимаете, что к нему не подойди, он сейчас в фокусе. Но предложить продукт, который позволит ему усилиться в том месте, где он есть, он обязательно на это отреагирует. Обязательно на это отреагирует. И вы его ставите своим клиентам. Не надо ему маркетинг. Дальше что происходит? Лидер начинает пользоваться продуктом. Он смотрит, ага, постоянно обновление. То есть компания, то есть нормальный продукт, упаковка будет, поверьте. Мы сейчас такую упаковку выкатим. Нормальная упаковка, рабочий продукт. У него появляется доверие сначала к продукту, а раз у него появляется доверие к продукту, у него появляется доверие к компании. И он невольно начинает задумываться, блин, классный продукт, так у него еще и маркетинг там у них какой-то есть, пока не знаю какой, но какой-то есть. И тут момент, то есть мы же знаем, как сейчас скоротечные компании, как вот эти матрицы все сплошь и рядом разваливаются, а иногда админы запускают новый, просто админ, когда админ в рамках одной маркетинга запускает второй маркетинг, он ломает предыдущий, потому что он сам расфокусирует фокус своей компании на другой. То есть и лидеру оставаться в фокусе невозможно. И такое сплошь и рядом сейчас происходит. И, так сказать, сейчас год движения в компании, оно как бы это прям уже такой срок считается. Раньше были побольше сроки, но сейчас... И поэтому, зайдя лидер сюда к нам на продукт, через какое-то время у него что-то может начать меняться. Мы даже не будем не знать. Но у него уже сидит, что классный продукт, еще есть маркетинг, слушай, и они еще работают, моя компания уже трещит по швам, а у этих есть продукт, и они работают. Потому что стратегия нашей компании, мы не будем менять маркетинг, мы не будем создавать живые очереди или еще что-то. У нас классный маркетинг с глубиной, со всеми делами, мы любим этот маркетинг. Мы будем совершенствовать постоянно продукт. И через продукт теперь можно будет забирать больших лидеров. Через время. Потому что с лидером нужно только работать через время, через утепление. И через продукт можно будет утепляться и работать дальше с лидером. И при этом зарабатывать деньги. Потому что 25% все, что тратит он, человек, ваш клиент тратит в нашем продукте, вам будет 25% идти начисление. Вы эти деньги можете тратить также на трафик. Либо вы их выводите, либо вы их переводите по внутрянке в наш проект. Также можно их, то есть вы что угодно, хотите выводите, хотите переводите туда, хотите тратить их здесь на свою рекламу, рекламируйте себя, создавайте инструменты, то есть двигайтесь, получайте. И за инвайт тоже, то есть за любую услугу, то есть в наши все услуги заложено 25% реферальных. То есть заказал, вот смотрите, да, человек, допустим, там завели его, он сразу пожизненно купил на $500, да, единоразово вы получили свои, так сказать, там $150. Окей, круто. Классно. А дальше что? А дальше он заказывает инвайт. А инвайт ему надо много. И это постоянно будет капать на кошелечек денежка. Если человек будет активно работать с нашим инструментом, то постоянно будет капать процент. Поэтому наш продукт – это и инструмент привлечения новых партнеров в Money Magnet, и дополнительный источник заработка, и дополнительный, то есть, инструмент по развитию своего бизнеса. То есть, друзья, на самом-то деле, с сегодняшнего дня мы фактически встаем уже в другой ранг компании. То есть мы теперь, то есть никто теперь в нас не кинет камень, что мы с вами финансовая пирамида. У нас есть продукт, у нас со следующей недели здесь будет доделана реферальная программа. Она одноуровневая, она простейшая, поэтому тут несложно что-то сделать. То есть одноуровневая. То есть только ваши личные партнеры, вы с них получаете 25% за продукт. Либо, и понимаете, есть другая ценность. То есть вы можете теперь давать альтернативу. Заходи клиентам, окей, как бы я с тебя заработаю 25%. Либо заходи в маркетинг.
И там мне тоже выгодно. То есть я строю бизнес, я строю маркетинг. И также перетекания такие же. То есть если он ваш клиент, то он ваш уже и станет партнером, если он надумает в итоге стать партнером компании. Поэтому, друзья, вот такие вот новости. Вот. Не знаю, я считаю, что теперь компания получит новый импульс. Вот. При том, при всем, что мы будем активно рекламировать данный продукт. Мы специально назвали данный продукт MLM Expert. Данный продукт, он будет, то есть здесь нас, друзья, не будет в этом продукте активная агитация за money money. То есть это действительно будет отдельный продукт, чтобы все участники рынка чувствовали себя комфортно. Здесь не будет переманивания в money magnet, тут не будет, так сказать, навязчивой рекламы money magnet. То есть люди и так будут понимать, у нас один дизайн, один стиль, один админ. То есть люди и так будут знать, что money magnet. Но чтобы сюда приходили лидеры и не боялись данный продукт рекомендовать своей команде, тут не будет никаких, так сказать, информации о проекте Money Magnet в продукте. То есть, но соприкасаться мы будем. Технические школы у нас будут объединенные. То есть техническая школа, она будет общая по продукту. Естественно, сюда будут приходить и партнеры Money Magnet, и партнеры других компаний. То есть здесь такое будет объединение в этом вопросе. То есть технические школы будут. Поэтому, друзья, вот такие вот у нас для вас новости. Вот, то есть ждите, пробуйте продукт, изучайте его. Моя рекомендация – просто изучите продукт с компьютера, зайдите, изучите продукт, потому что кто первый изучит продукт, тот первый сможет его продавать. Не изучив продукт, не сможете продавать. Завтра будет первая техническая школа по этому продукту. Уже Макс будет показывать, как настраивать, как пользоваться всеми инструментами. Приходите на техническую школу, задавайте вопросы, разбирайтесь в продуктах, используйте. А мы, в свою очередь, будем постоянно совершенствовать, и уже на следующей неделе вы увидите, как здесь появятся клиентские ссылки. То есть у вас будут свои реферальные клиентские ссылки, и вы уже сможете раздать, если есть люди, лидеры, которые ждут продукты, вы им раздаете клиентские ссылки. Если они хотят стать партнерами, конечно, выгоднее и их поставить партнерами, развиваться с ними уже в проекте Money Magnet. Но есть такие точно люди, которые ждут чисто продукта. Вот. Поэтому, друзья, все в ваших руках. Мы только развиваемся, только работаем, не стоим на месте. Вот. Поэтому двигаемся. Двигаемся. То есть наша компания получает новый импульс и новый статус. Мы теперь настоящая сетевая компания. И теперь, возможно, те лидеры, которые классические из продуктовых компаний, на нас тоже будут обращать внимание. И придут они тоже сначала на продукт для того, чтобы качать свои продукты, какие-нибудь БАДы продавать или еще что-то. Придут они к нам сюда на это. А вы им покажете, что помимо продукта тут еще и крутой маркетинг. Вот. Поэтому, дорогие друзья, вот такие вот новости. Надеюсь, что вас я сегодня порадовал. Вот. Я и сам на самом деле рад, что... То есть я держал в секрете, то есть нигде ни намека не было, что мы к этому готовимся. Заметьте, да, я еще неделю назад вам давал новости, дорожную карту, но я хотел задавать, чтобы это вам, как говорится, выдать. И с пылу жару. Поэтому, дорогие друзья, я думаю, будем заканчивать. Формат встречи как раз подошел час. Всем огромное спасибо. Сегодня было максимально нормально у нас народу, то есть на максимум больше 100 человек я видел. Это круто. Вот. Все большие молодцы. Всем большое спасибо. Вот. Да, вот вам вопросы. Давайте, может быть, сейчас парочку вопросов. А если клиент надумает стать партнером, нужно ли будет ему высылать? Да, все верно. Если ваш клиент решил стать партнером, ему нужно будет высылать партнерскую ссылку. Вот. На самом-то деле там будет немножко другая история. Там будет, чуть-чуть попозже расскажем, но, скорее всего, да. То есть, если ваш клиент надумал стать партнером, то нужно будет ему уже партнерскую ссылку, и он уже становится вашим партнером. Вот.
Так что теперь у нас есть клиенты, есть партнеры компании. Вот поэтому вот такие вот новости. Все, друзья, до новых встреч. Я думаю, еще новостей на следующей неделе будем вас радовать новыми новостями по развитию продукта, по развитию компании. Так что идем, все идет по плану. Вот, движемся, движемся. Мы не летим, мы движемся, потому что лететь можно очень сильно голову разбить, как многие это делают. Мы идем туда, куда нам надо идти. Поэтому всем большое спасибо, до новых встреч.